Всем доброе утро! Подъем! Стаканчик водички. Можно зарядочку сделать. Сегодня 16 мая и третий день моим бровкам. Кто-то там писал: Виктория, вы слишком большой акцент делаете на этом. Ну, во-первых, я пообещала подписчикам показывать, как будут меняться брови, что будет происходить, потому что на YouTube я не встречала таких видео, когда я искала информацию о татуаже бровей, о пудровом и разных там других вариантах татуажей. Я видела там, ну вот мне сделали сегодня, смотрите, типа. Или информация, видео такое, знаете, где она рассказывала, почему она жалеет, что сделала. Вот, ну вот так вот, чтобы вот так вот, вот прям показывать каждый день, что происходит, я бы с удовольствием посмотрела. Но я не нашла, поэтому я решила записывать это и делать на этом акцент. Вот, третий день сегодня, никаких ощущений нет, не болит, не печет, не шелушится, еще ничего не происходит. Не крашу я их, естественно, не мочу, как и сказала мне Настя. Так, я тут варю супик, и походу сейчас у меня что-то сгорит. Вот, я наношу макияж только на тени немножко и реснички. И вытираю специальной такой вот перчаткой для снятия макияжа, влажной, то есть я не мочу брови. Я не наношу сейчас тональный крем, но думаю, что если мне понадобится, я смогу нанести тоналку и потом аккуратненько ее удалить, чтобы не зацепать бровь. Вот. Кто-то писал в комментариях, что на пятый день появляются корочки. Ну, сегодня третий день, посмотрим. Что еще? Артем на работе, я варю суп на обед с мясом и с рисом, и с зажаркой. На улице у нас солнце, но тучки. А вообще погода класс. Так, здесь у меня говядина, картошка, рис. Здесь у меня зажарочка, лук и морковочка. Я еще добавила сюда помидорчик. Пробуем на соль супик. Надо досолить. Всем приятного аппетита. Когда он поменяет звонок на своем телефоне? Ну, это 11, блин. Сейчас, подожди. Возьми, пожалуйста. Алло. Да. А почему ты? Мурчики. Я как раз салатик режу. Артемушка. А? Это ты себя решил поощрить, что ты сегодня не курил? Да, я не мог. У меня уже... Артем бросил курить сегодня. Бросил сегодня. Дима даже приезжал. Давай сигареты. Я ему дал, говорю, а ты? Я говорю, нет, ты что, мне очень... Ну, по такому поводу я даже с тобой съем мороженку. Ну, сейчас съедим мороженку, потом обедаем. У тебя пока есть не хочу. Ты хочешь есть? Нет. Отлично. Я супчик сварила. Вот, отлично. Зажаристый? Да. Отлично. И с мясом. Ох, все. Даже там есть еще помидорчик и укропчик. Я укроп еще добавила. Ничего, вот это да. И лук жареный, и морковка. В общем, все то, что нельзя, там тоже есть. А. Да? Да. Вот так мужики едят мороженое. А до этого вот так делал. Не делал я так. Я кусал. Смотрите, какое мороженое смешное. Это оно не приплюснутое, такой формы и было. Почему нельзя меньше сахара? Я так не люблю сладкое много когда. Давай соль. Что если посолить и поперчить? Да поперчить не надо. Хочу. Переводняк делает. Где твой розум? Девочке 15 лет. Не, соль лишняя, а вот перец. Серьезно? Ну, дай попробовать. Офигенно. Прикольно. Мороженое с перцем. Попробуйте. Запатентируем, будем продавать.
Там наверняка уже есть. Надо больше перца. Дай сюда, ты свой уже съел. Прикольно, слушайте, мороженое с перцем. Интересно. Ну, это смесь перцев тут у меня. Не черный, не красный, а смесь там разные. Дай попробовать. Соль опять попалась, блядь. Соли плохо. Посмотрите, на что он делает. Да, с солью не очень. Тут, наверное, соль есть. Наверное. Нет, солью не пойдет. Давай кетчуп. Нет. Тяжело было сегодня, конечно, не курить. Он пришел с утреца, все курят, кофеек пьют. Я кофеек налил. И думаю, жал даже уже сигаретку. Вот так. И думаю, все равно не узнают. Одну может. А потом думаю, если одну, то потом еще одну, еще одну. И, короче, и я вот так сделал. И выкинул. Да? Да. Но в следующий раз, если так вдруг возьмешь, а я учу, я не поверю, что ты выкинул. Мы же не просто так, вы же понимаете. Да ты такой не учу. На, рассказывай, расскажи. Да не надо такой рассказывать. Поверни на себя экранчик и расскажи, на что мы поспорили. Не надо такой. Почему? Пусть будет, все будут не знать, надо. Если ты сорвешься, чего ты лишился. Давай. Ну про что, мне рассказывать, что ты хочешь, если я вдруг это? Что ты хочешь, если у тебя получится? А я, что ты хочешь, если у меня не получится? Ну, можешь не озвучивать, но скажи, что это тоже очень... Короче, мы поспорили на подарки. Ну, их и так дарят, а ну, короче, на, как вам сказать, на денежное вознаграждение. В размере 10 тысяч долларов. Гривен. Меньше чем. Кто, 6 тысяч? Да, 6 тысяч. Тот подарок, который хочет Артем, стоит 6 тысяч. И тот, который я хочу, тоже стоит 6 тысяч. Так вот, если он 30 дней продержится и не будет курить, то я ему дарю тот подарок. А если потом, все-таки через 30 дней я ему подарила подарок, он закурит, неважно через сколько, через 2, через 3 месяца, через год, он мне дарит подарок тот, который тоже. А, и сейчас... Вы записали это все и расписались, кстати. И... Ты расписался, я нет, сейчас надо расписаться. Закон не в силе, можно было сегодня курить, блин. Нет, ты расписался. А это, сейчас начнем все писать, Артем не может купить подарок, так что такое не надо вставлять. Да, Артем не может купить подарок. Просто я вы... его уже давно прошу мне это подарить. Тихо. А он не соглашается. Просто вы не знаете, что это за подарок. Если бы вы знали, то вы бы тоже не согласились. Если кто-то так хотел, вот если мой любимый человек так хотел, вот я подарила. Но, видимо, я не заслужила. Надо начинать курить. Ладно. Я тебя буду провоцировать. Мы это все теперь вырежем, потому что это вообще ничего не надо. У нас есть исключение. Поверни сюда. Нет. Ну поверни сюда. Нет. Исключение. Нет. Можно одну две сигареты выкурить. Ну как ты снимаешь? Две сигареты он может выкурить, когда мы в гостях у моей мамы, потому что. Не надо это рассказывать. Почему? Да вообще это не надо рассказывать. Сейчас начнут писать всякие обезбашенные. О, Как заблокируем? Там и так у тебя уже пишут, надо заблокировать, если тебе она там написала, что тебе брови не поможет и все остальное. Заблокируем. И мне написала, как такой мужчина возле вас может находиться туда-сюда. Короче, что вы пишете всякую ерунду? Дайте я на вас чуть-чуть поору там. Что там какой-то недостойный мужчина. Вам что, все свои регалии рассказать? То садитесь, записывайте, пишите мне в личку, я вам расскажу. Вы хотя бы половину добейтесь на эти года, что я добился, а потом будете рассказывать. Застали меня. Вроде бы я там, короче, залез и на шее сижу, тут и меня тут Вика кормит постоянно и все, и все. Я, между прочим... Кормлю. Вот как кормлю? Там пишут другие наши комментаторы. Не, ну, то есть такие, что там пишут. Вы ж не знаете, вы что думаете, что мы все вам это? Придет время, все это вам покажем. Ох, молодец, хорошо сказал. Пока не покажем, потому что если мы все вам покажем, то ее закроют и меня. Ну, конечно. Но ее нет, а меня могут. Шучу, вырезать это.
Так что нехер там писать всякую фигню, бо у меня денег хватает, я сяду, приеду и лещей надаю. А чё ж ты мне подарок подарить не можешь? Потому что то не нужный подарок. Нужный? Тихо! Я хочу! Подарим, подожди. Сейчас, так, не надо мне провоцировать. Сейчас не время. Да. Такой богатый. Я имею в виду не то, что богатый, я не говорил, хватает пока. Ну, там пишут, что там туда-сюда, а она тебе там... Ладно, не буду, бо если я сейчас начну рассказывать, этот человек поймет, про кого мы говорили. И все. О, там, поблагодарите свою женщину за 42 тысячи подписчиков. Ну, я благодарен, конечно, не спорю. Ну, а что, я что? С Ютубом зарабатываю деньги? Нет, я зарабатываю колесами деньги. И другими... Колесам продает. И другими частями тела. Ну, в смысле... Ого, это уже интересно. Это уже интересно. Ой, у меня рука заболела. Ты имел в виду головой. Да, и головой. И так что не надо. Дипломы можно вам свои показать все? Лучше не надо. Что это не надо? Я что? Кандидат наук, доцент, чтобы вы знали. Это ты зря же сказал. Да мне пофиг, что я зря сказал. Что я зря? Я закончил институт с красным дипломом. Да, я кандидат наук не по там, биохимии, не по математике, не по физике. Но все равно попробуй, пойди заслужи. Это все не просто так. Если я вам там... Да, я по спорту шел, по всему этому, мастер спорта. Но это не значит, что я там почему не говорить. Говори. Ну да, бывает пишу слова с ошибками. Но это не от того, что это... просто быстро надо написать. У меня времени нету задумываться так или так. Да, стараюсь, конечно, но иногда времени нет. Ну, будет там ошибка одна или две, ну ладно. Придумала, как называть Артема на названиях видео. Мой молодой человек, это очень длинное для названия, понимаете? Говори мой старый человек. Я не могу это самое, не могу называть его парнем. Говори. Не могу его называть мужем. Говори, не папа. Не могу его называть... Я придумала. Я буду называть его жених. Вот мы сейчас придумываем название для Артема влога. Мы смонтировали влог только что. И вот название, говорит, как назовем? Играем с дочкой и с Викой на желание. Я то нет, как-то неправильно. Играем тогда с Дариной и Викой на желание. А для названия надо употреблять не имя, а лучше вот кем является, то есть дочка. Я говорю, пиши, играю с дочкой и с невестой на желание. Я говорю, а ты мой жених теперь будешь. Давай, пиши, играем с дочкой и с невестой. Да нет, что? Ладно, пиши тогда с Дариной и Викой на желание. Ну, с точки зрения продвижения, надо писать с дочкой и невестой. Котик! Котик! Так, там хорошо так на улице, я хочу туда. Давай пойдем прогуляемся. Ну давай. Ну позязя. Зязя? Ну позязя. Ты видела, какие там вороны уже сидят? Да, там у нас птенцы вылупились напротив окна. Ворончата. Их мама с папой кормят. Они вот так встают, клювики открывают, а они вот так. Котик, что ты делаешь? Эй, ты чего? Я хочу так, ногами пойти по земле. Там, я спуститься. Прыгал когда-то со второго этажа. Ужас какой. Я тоже. Ты тоже прыгала? Да, с вот этой стройки, которая тут была у нас. Стройка была двухэтажная, и мы по крыше бегали, да, прыгали. А что ты прыгнула? Вниз второго этажа? Да, убегала. В квача играли, придурки. Да не. Убегала и прыгнула. Стопу забила себе, было больно. Ого. Знаю, так там это просто было. Очень там повезло. Можно... Ну, и там еще кирпичи снизу валяли, знаешь? Ну, это же стройка. Я не знаю, как я. А я помню, прыгнул и в груз по колено сразу. Ого. Короче, текал я. Ты что, в грязь? Да. Ты тоже в огород. В квача играл. Ну, типа да. Пипец. Ну что? А что ты улыбаешься? Не в квача играл? Квача. Что-то другое? Ты видела, у тебя вышку поставили 5G. Иди в жопу. Идем гулять? Нет. Давай, а я тебе мороженка куплю. Да хоть сука, его можно есть, того мороженого. Хорошо, шоколадку. Да тоже, ты хочешь, чтобы я это? Ну пойдем погуляем, я хочу на улицу. Посмотри, какая там красота. Птички чирикают. Ну позёзь.
Дядя. Ненадолго, смотри. На полчасика. Нам еще надо много чего сделать. Пойдем сходим в мясной магазин, купим мясо нормального. Да нет, если идти, то куда-то туда в посадку. Ну, в посадку пойдем. Кстати, писали там, многие пишут, зачем вы вернули штаны, важно ваше мнение, ну, то, что вам понравилось, и, типа, не, ну, вам же носить, не кому-то, зачем вы прислушиваетесь? Что ты там корчишь, Жоржа? Да не корю, я хотел... Фу! Фу! Боже мой, я это еще сняла! Отвратительно! Еще пописей стал. Замедлишь. Кошмар. Так вот, по поводу этого... Если мне бы они очень сильно понравились, вот реально, вот насчет мамсов этих, я думаю, что я пойду их куплю, мне они понравились. Хоть и Маше не понравились, ну как, Маше понравились, маме моей не понравились, и пацанам не понравились. И Артему, я думаю, не понравится. Но мне они понравились, и реально я пойду их и куплю. Я... Мамсы у тебя такие эти? Да, светленькие такие, почти белые. Вот, ну, класс. Так у тебя такие есть? Нету. Есть. Ну, были, нету, растянулись, выкинулись, не помню. Короче, пойду куплю еще одни. Короче. А эти штаны, я сомневалась насчет них, я думала, что, ну, может, на природу, может, это... Но Артем сказал, вообще ему не зашли, не понравились. И плюс, говорит, короткие, на природу надо, чтобы, ну, внизу нога была, как бы, там же комары, природа, это же комары, да? Когда мы надеваем спортивные штаны? Когда прохладно. Или вечером, да? Ну, вот, комары. Естественно, не буду же я по колено носки надевать. Ну, я так подумала, не очень, конечно, в плане для природы не подходит. А так ходить просто вот... Короче, деньги на ветер. Я в спортивном, таком прям спортивном и не хожу. А еще учитывая, что Артему совсем вот категорически не понравились, ну что, ходить ему назло в них, ну, мне неприятно носить те вещи, которые не нравятся моему жениху. Жениху не понравились, как можно? Так. Вот вы бы носили какую-то вещь, которую ваш жених говорит, не, мне не нравится вообще, капец, не носи это. Да, можно там с подружками пойти погулять, там, без него, да, но я... Очень редко, когда... Ну, короче, действительно, не та вещь, ради которой стоило бы драться. Смотрите. Бороться, а не драться. Жених. Что это за название такое? Название хорошее, жених. Мне нравится. Жеребец, говори лучше. Вау! Вот не нравилось вам, когда я его называла Суперменом? Вот Супермен же был, и все нормально. Это мой Супермен. И все хорошо, и название короткое, и Супермен такие. Был он Суперменом, а что-то постепенно сдулся. Что-то я сдулся. Ну, смотри, ну... Надулся! Извините, не сдулся, надулся. Чуть повзрослел. Пузик у него надулся у Супермена, видите? Надо опять начать его снова называть Супермен. Может... Да? Да. Или жених? Жеребец. А, жеребец. Это мой жеребец. Йога челлендж с жеребцом. Опа. Прям вижу уже как просмотры. Йога челлендж с жеребцом, яйца по лбу. Так, вставай, жеребец. Чего? Пойдем на улицу. Ну, я тогда сама пойду гулять. Ну, ты говно. Ты Супермен или кто? Да пойдем, только надо поесть. Хорошо, сейчас тебя покормлю. А куда мы пойдем? Мне надо еще снять видео, телефон, как я звоню. Снимем и пойдем туда. Окей. Так нет, это будет ночью. Не. Да какую ночь? 5 минут, там 5 минут снять. Что, я сейчас перекидываю. Я злюсь. Я спокойно. Посыл в космос. Тебе надо еще шапочку с фольги слепить. Понял? Я спокойно. И я на позитиве. Все хорошо. Я здоровый, сильный, крепкий. Да. Не всегда работает. Я сейчас попью водички, поприседаю. Издевается надо мной. А вот, понимаете, что-то приклеился. Короче. Сейчас там подумали, что все, что, короче, я приклеился, подобрала, как щеночка. Нет, какого-то. Ну залип, я имела в виду.
Говорит, как пишется с двумя «с»? Так, это не показывай! Доцент! С двумя солнце. С двумя пиши, с двумя. Больше комментариев, больше активности, больше просмотров. Так, это удали. Если не удалишь, блин, а я тебя тоже захейтю. Я тебе сказал, удали. Я в говно вступила. Из мусорки достала. Говно вступила, я там говорил, Вика вступила в говно. Всем приятного аппетита. Как супик? Хороший. А есть сметана? Есть майонез. Сметана тоже есть. Супик очень вкусный. Очень. Просто бомба. Перчик в тему. Картошечка правильно порежена. Очень много зажарили. Морковка. Лучок. А еще самое главное, знаете, что здесь? Спасибо. Спасибо, солнце мое. Ну, я себе сорвал. Спасибо, пожалуйста. Нюхай на здоровье. Ах, боже мой. Почему мне так нравится запах сирени? Ох, хорошо. Реально холодный ветер. Артём, оденешься? Артём. Ну, Артём. Ну как это не холодно? Я тебе сказал, не холодно, пошли. Как ты думаешь, в чем смысл жизни? Твоей? Да. Не знаю, это сложный вопрос. А твоей? А моей? Да. Приносить пользу людям. Обществу. А твоей? Быть счастливой. Ну ты счастлива, а толку от того, что ты счастлива? Когда я счастлива, и мир вокруг меня тоже счастливый. Кто тебе такое сказал? Ты не можешь делать людей вокруг себя счастливым, если ты сам несчастлив, согласен? Почему нет? Не может, это нереально. Может. Смотри, рассказать тебе? Расскажи. Вот человек заработал там $1000. Угу. И идет. Сидит тут там какой-то бомжик, а он ему раз, и эту $1000, на. И он бомжика делает счастливым. Может покушать себе там какое-то определенное время жить. А сам себя делает несчастливым, потому что отдал эти деньги ему не... Ты видел человека, который несчастливый, заработал $1000 и кому-то ее пошел отдал? Счастливый я был... такое видел в фильмах. В фильмах, вот это разве да. Что. Ты веришь в инопланетян? О, конечно. Я даже видел так. А в барабашек нет? Нет. Вот ну как барабашки? Не, может есть и барабашки, но там что они там могут прятать всякие штуки вот то туда-сюда, а потом подлаживать их. Я в такое не верю. Если мне такое он сделает и подложит, тогда я начну верить, может быть. А так я а не... А ты что, видел инопланетян, что ты в них видишь? Да. Да? Ну как, я видел реально предметы в небе, несравнимые ни с чем. И понятно, что это, ну, реально я визуально понимал, что это не может быть. Так оно не, ну, неестественное. Ты веришь в любовь с первого взгляда? Первого взгляда? Да. Да, как это, ну, можно по это. Не, ну как? Влюбиться сразу с первого взгляда, чтобы потом жениться и жить? Нет, любовь с первого взгляда. Любовь с первого взгляда, там, увидел... Дженнифер Лопес. Любовь у меня с первого взгляда сразу. Шарлиз Терон. Это не любовь с первого взгляда. Вику Одинцову. Шо? А как это любовь с первого взгляда? Ну а как? Видел и подумал, хочу с этим человеком прожить всю жизнь. И не разговаривая с ним, и не это, и да. Не общаясь? Не, ну пообщаться, одна встреча. Да нет, такое не может быть. Как это? Одна я встреча. Думала, что такого не может быть. Это вообще не место. А потом что? А вдруг что потом? Как ты думаешь, есть жизнь после смерти? Жизнь после смерти? Да. Типа ты будешь собакой в следующей жизни? Или не, кошкой? Ну вообще, в загробную жизнь веришь? Во что ты веришь? Как ты думаешь, что происходит? Бога верю. Ну, что происходит, когда человек умирает? Ну, кто-то попадает в ад, кто-то попадает в рай. Это я верю. Я думаю, я попаду. Куда? Ну, надеюсь, но думаю, может быть и нет. На что надеешься? На рай? Да.
Ну, а я думаю, я попаду в рай. Ты по-любому попадешь в рай. Да? Наверное. Ты что думаешь, что ты не попадешь? Я? Решил. Потому что у меня работа такая. Это надо вырезать. А? Это надо вырезать. Чего? Тебе больше не придут за колесами. Придут. А что? Ну, а на самом деле каждый человек, наверное, делает больше злой дел, чем добрых. Да ладно. Да? Нет. Ты тоже. Ну ты тоже не попадешь в рай. Че это? Потому что. Я попаду в рай. Я уверена. Нет. Мне, конечно, еще мне еще жить и жить. Нет, ты и я, наверное, мы где-то так посередине. Надо всем желать Царства Божие, тогда попадешь в рай. Какое скучное видео. Какую ты самую большую сумму находила? Ну, я не помню, я денег не находила, какие-то суммы такие значительные, так мелочь. Вообще не находила? Mm-mm. Копейки или там рубль, два. Я находил. Большие суммы? Ну как большие? Там 1000 гривен, 500. А как ты 1000 гривен нашел? Короче, была драка какая-то. И ты забрал, отобрал у того, кто лежал без сознания. О, я нашел 1000 гривен, смотрите. Была драка там. Была, ну я еще... Мы идем в лес. Посадка. Он меня ведет в посадку. Рассказывай дальше, Лиза. Да. Драка была. Драка была, и, короче, кто-то оторвал кому-то карман. А, ну да, понятно. И на этом кармане это залетело. А еще, о, и тут забор, походу. Прикинь, ну, посадку забрали, как такое может быть? Ого. Нас тут прихватизировали. Большой забор не было раньше. И прикинь, они посадку забрали и будут это. Тебя не слышно. И блин, такой ветер, наверное, вообще плохо слышно. И будут вырубывать посадку. У нас тут такие коттеджики построили. Огородили себе все. Подозреваем, вот это детская площадка. Сейчас Артем солькой в поп как дадут. Там дрова рубают, такое слышится. Ого. Там батут стоит. Так это люди сами захватили. Ты видишь? Я не вижу, но я снимаю на камеру. Тут очень высоко для меня. Батут стоит. Они сами, короче, захватывают. Я вот так. Такими этими. Да, вон беседка. Они вообще не имеют же права. Объект ведохов. Смотри, это ж... Ну как можно вот так? Это по-любому захват. Да. Смотри, видишь, бесед. Не знаю, видно там что-то или нет. Но интересно будет потом нам посмотреть на камеру. О, калиточка. Артём, там собака. Да, это они сами позахвачивали. Там люди ходят. Да? Угу. Я пошла. Да, нет, там далеко. Ты ничего страшного. Нет, так они реально позахвачивали. Это даже... Что там, вам видно? Ой. Кто-то там ходил. Видишь, тут же не захватили, а там позахвачивают. А. В этих дубах клещей. Да, кстати, да, они в них и живут. На улицу вышел пописить. Клей залил, залез в воду. Точно. Я хочу найти жука оленя. Раньше было, мы их искали капец сколько. А зачем? Вот это они в мою были капец. Тебя
тебе жука олень. Оленя найти? А зачем, да? Ну, тебе покажу. Я видела жука олень. Какой? Ну, черный, большой, с рогами. Насколько большой? Вот такой. Так, то есть я вот таких находил. Да? Да. Нет, таких не видела. Таких не бывает. Вот таких? Не ври. Спорим? С рогами вот такой жук. Ну, давай ищи. Да что ищи? Надо по посадке было ходить. Ага, ее захватили. Так вот тебе кусок посадки. Да. Ну, смотри наверху, где, может, сидит. Ого. Обычно вот так на коре вот сидит. Смотрите, как красиво. Ох, шашлычком пахнет. А пахнет як. Смотрите, у нас тут растет дикая клубника. Видите, вот белые цветочки. Вот это вот цветочки клубнички. Тут будет клубника. Придем попозже. Когда она там? Через месяц будет? А? Через месяц клубника будет? Да, ну, уже у некоторых людей появляется. Ранняя. А тут вот огородики. Ну да, она не совсем дикая. Тут когда-то были огороды. Они теперь заброшены, а клубника осталась. О, вон уже работают. У нас у бабушки, у моей, здесь был огород. Ну, не точно здесь, ну, вот в посадке. 100 соток. Сколько? Ой, 10 соток. Да, так что я сажала картошку. Ты? Копала картошку. Ну, не копала, но перебирала. Огурчики, помидорчики, все дела, да. Так, ты нормально дитина была? Нормально, так не любила это все делать, но бабушка просила, я не могла ей отказать. Да. А ты? Нормальная дитина была? Ну, я, мама выбирала картошку. Я и недавно вам с огорода картошку велосипедом тягал, 2 года назад. Ой, смотри, к нам собака идет. Где? Вон. Смотрите, аптека тут, и вот что тут можно купить. Артём ест зеленые вишни. Да. И меня заставляет. Говорит, вкусно. Как вы думаете, вкусно? Да я не верю. Ну это невкусно какая-то, ладно. Перед этим надо побольше. А это еще не сформировалось. И покраснее. Одна косточка. Кто хочет в домик? Смотрите, как тут можно классно обустроить убежище. А мы уже пришли домой, мы зашли в магазинчик, скупились немножко. А, посмотрите, какая у меня ложка, трансформер. Показать вам. А, покажи. А мы еще купили помидорчики черри. А мы еще купили сгущенку. И шоколадку. Я хочу сделать блинчики. Со сгущенкой. И шоколадкой. Смотрите, а смотрите, какая у меня ложка, трансформер, а? Опа, опа, оп. А смотрите, какой у меня стаканчик, трансформер, опа. То есть, смотри, ты продвинутый пользователь. Стоп, покупать. Не так. Что-то пошло не так, опа, ну ладно, потом. А смотрите, как я открываю ее. Да, я отойду. А, смотрите, опа. Опа, смотрите, как я красиво открыл йогурт. Опа, а йогурт у меня с черной смородиной. Опа. Все, выключай. Фу-фу, а что он так сильно пахнет йогуртом и сахаром? Нет, он вообще не сладкий. Дай попробую. Угу. А я готовлю блинчики. Да-да. Научилась я наконец-то жарить блины. Представляете? Пришла мама, меня научила. И теперь я умею. Вот. Смотрите, уже вот у меня почти все готово. Начиночку делаем. Никак не поставим свой дневной свет, чтобы вечером можно было снимать тоже
при хорошем освещении. А, ну, в принципе, еще и так нормально снимать. С окна хватает. Не, ну мне тут темно. Так не люблю, когда желтый свет. Привет, желтый свет. Тынц. Очень уже хочется блинчиков. Начинка у нас будет сыр и колбаса ветчинная. Вот, предлагала Артему купить курицу, он сказал, нет, я хочу блины с сыром и с колбасой. Ну, а я хотела сварить куриные филейки. И так их по кусочкам и сделать с курочкой, с сыром. Так, осталось буквально пару блинчиков дожарить и будем начинять. Фух, жарко, вот тут мне уже жарить в палате. Оп. Артем там общается с Даринкой по телефону, слышу. Каждый день разговаривают с ней по телефону, если не видятся. Ну, они часто видятся, но если не видятся, то обязательно созваниваются по телефону. Кстати, блины жарю на воде. Было молоко, ну, замесила на воде. Было молоко, но оно скисло и такое горчить начало. То есть ни туда, ни сюда. Я не рискнула. Вот. На воде с такой начинкой соленой тоже нормально. Иду звать Артемочку. А, он не спит, а я думала, Артемочка спит. Нет, солнышко. Да. Блинчики уже готовы, пойдем кушать. Уже с начинкой? Да. Да ладно. Да. Та-да-та-да-та. Артемочка съел уже йогуртик. Там еще есть, я нагрела пока по два. Еще у нас есть по сладкому блинчику. И сладкий, да. И десерт. Да. И массаж. Да. И сгущенка с да. Этой, как ее, скажи. Да. Сгущенка с какао. С какао, да. Боже мой. Мы сегодня не сдержались с Артемом и купили сгущенку с какао. Нет, я был сдержан. Я ее не видела. Это ты ее нашла. О, да. Это просто так вкусно. А, я сделала вот два блинчика. Они, правда, это какао почему-то вытекает там. Видишь? Ну как? Я еще не пробовала. Очень вкусно. Вообще, они уже порченые, не ешь. Давай сюда. Смотри, блинчики на воде. Почти не отличаются. Да, абсолютно одинаковые. По крайней мере, с начинкой вообще не поймешь. Угу. Короче, ты научилась блины жарить, прикинь. Угу. Вот это уровень. Сколько раз я за этот влог приятного аппетита вам пожелала? Наверное, 3, да? Напишите в комментах, кто считал. Приятного всем аппетита. Подписывайтесь на канал Вы Виктория. И встретимся с вами уже завтра. И мне. Подписывайтесь на канал Артем Бет. Подписывайся на канал Вы Виктория. Вот так надо сказать. Ну, ну, давай. Нет, не да, надо. Давай. Приготовились. И подписывайся на канал Вы Виктория.